Что они делают? У них секас? О, третий появился! О-хо-хо-хо! Они так размножаются! Прикинь, мы только что видели, как... Я тебя понял. А что это такое? Пресс со схемой. Нужно засыпать в чернильницу порошок. Подожди, вот этот порошок, черный порошок. Ну-ка, вставить. Крестомеч! О-хо-хо-хо! Это как у Мардука был. Кости, мозг ледяного полипа, 3 штуки. Изумительно стильный ледяной меч. Хо-хо-хо! Так мне всего лишь мозг ледяного полипа-то и не хватает. Прикинь, что я знаю. Можно сделать ледяной меч. Так, а если... А подожди, давай я сохранюсь и попробую чпокнуть надзирателя. Что будет? Вот, теперь я хочу чпокнуть этого надзирателя. Что такое было? Зола? Зола. Из нее получается отличное удобрение. Удобрение для чего? Не-не-не-не-не. Ого, что он делает? Ах ты ж, блин! А! Ой! Сапоги с меня слетели? Ты чего, дурачок? Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Уходи! Что-то тут все, не слава богу. Что-то тут вообще все. Все очень плохо. Куда ты даешь, да? Так, осторожненько. Псина-дурачок там еще ходит. Мне надо это самое, этот ледяной меч, я уже хочу его. А куда он делся? Я не понял, я ж тебя не добил. Что за шутки у вас, ребята? Ага, сейчас. Сейчас. Ох ты ж, блин! Какой суровый парень. О, господи, тут, короче, все вылетает из моих карманов, когда он меня этой штукой бьет. А что это такое? Ящичек какой-то? Котонка? Обитая железом бочка. Блин, он тут ходит, и мне никак не убить этого надзирателя. Черт бы тебя побрал. Вот куда он делся, а? Походу дела надо делать ледяной меч, чтобы что-то тут решить. Иначе оно так и будет. Что-то я не могу их убить. Я просто не могу этого. Но если я не могу, хоть давай этот металлический сундук откроем. Открыть. Его так сделали за этой колонной, что ничего не понятно. Это что? Огнефрукт. Хорошо. И починить. А, улучшить даже можно? Улучшить. 4 резины. Давай улучшим тапки наши. Почему бы их и не улучшить, да? Короче, он улетел куда-то, надзиратель этот гребаный. О, еще одна, смотри. Ну-ка. Вставить. Изоляционное желе. Возможность безопасно прикасаться к проводам под напряжениями и искристым крысам. Изоляционное желе. Вот для чего зола нужна. Тут вообще куча всяких схем, куча всяких деталей. Мне безумно это нравится. Ты что, может пойти и сделать этот ледяной меч, а? Мне надо включить доменную печь. А где она? А, она наверху. Пойдем, значит, наверх посмотрим, что можно с этим сделать. А, что такое? Тут мороз уже? А как? Я не понял. Тут вроде электричество и тут же и мороз. Это как так? Ледяной дурачок. Получил, да? Вот так вот. Курятина, а? Это что такое? Масленичная руда. Колесо слишком тугое и не поддается. Мне нужна смазка. Смазка ей нужна. А у меня смазки-то нету, я ее всю оставил. Смазку-то я все оставил. А, вот. Да, да. Но у меня есть такая штучка, которая делает мне эту смазку.
Давай клапан давления. Сейчас мы смажем. Смазать. О, пошло дело. Не знаю, что еще можно с этим сделать. Вот и я тоже не знаю, что делать. О, тут у нас эти самые. Какие-то они ушлые. Тут, короче... О, господи. Что они делают? У них секас? О, третий появился. Они так размножаются. Прикинь, мы только что видели, как два компьютерных медуза сделали третьего компьютерного медуза. Вот это офигеть. О, еще какой-то чертеж. О, смотри, у него гнездо тут. Это что, гнездо? Серьезно? Гнездо птицезавра? Подожди. Мне надо это самое, оттиск сделать. Ты же нормальный парень, да? Плевалка. Металлолом, поршень, черный порошок. Огнестрельное оружие с широким стволом. Короче, ружье. Или дробовик. Да, ну дела. Ох ты ж, а я тебя не звал сюда. Парень. Все, я хочу сделать себе этот ледяной меч, чтобы навалять тут всем по первое число. Пойдем делать меч. За кадром я сделал себе вот такой вот свиной шлем. И, между прочим, я хочу сказать, что когда подходишь к свинобразам, они меня не атакуют в этом шлеме. Очень интересно. Я набрал мозги полипа, но мне нужны кости. Крестомеч. Отлично. Крестомеч. Все, я сделал меч. Где он? Покажите его. Ставлю его сюда. Добавлю его в избранное. А еще его улучшу. Еще раз улучшу. Чтобы он шарашил, будь здоров. Вот, отлично. Теперь у нас есть меч, который что делает? Хреначит. Вот. Все, я предлагаю теперь идти и исследовать то место на заводе. Пойдем исследовать место на заводе. Нам нужно тут исследовать много чего. Непонятно вообще, куда это нас заведет. Ох, а, ладно. Извини, я испугался. Так, а я правильно иду вообще, а? Нет? О, телепортик. Так. Теперь сюда можно телепортнуться, это уже хорошо. И где это у нас? О, доменная кузница. Доменная кузница! Нифига себе, какая страшная! Так, и что с ней надо сделать? Я подняла давление, но нужно еще немного. То есть еще где-то такой вентиль, нужно его смазать, да? А, вот еще один вентиль. Мне нужна смазка. Смазка, конечно, держи. Так. Не знаю, что еще можно сделать. Так. Еще немного поднять давление, и кузнечный горн можно будет использовать. Блин, да еще одна где-то есть. Да ты че, шутишь? О, черт, тут горячо. Я тебя понял. Горячо, горячо. Ладно, да ладно, да ладно. Черт. Я туда больше не пойду. Ну тебя нафиг. Надо, короче, еще один вентиль где-то повернуть. А пока я здесь, давай-ка я надсмотрщик, надзирателя шлепну. Да, надзиратель. Вот, мы тебя заморозили. Этот меч очень хорошо замораживает. Да блин, да Ильих потерял. Вот куда вот он ушел? Вот чертов надзиратель. Ну где ты там? Покажись.
Так. Да, да. О, гад. У меня есть такая штука, называется стрелялка. Да ты чё, блин, ты почему подходишь? Я ж тебе не говорю подходить. Видишь, она сама подходит. Блин. Надо его разломать и посмотреть. Да ты не подходи сюда вообще, блин. Чё ж ты будешь делать с тобой, а? Сейчас ты сломаешься. Рухлядь металлическая. Вот. Отлично. Что ты мне дал? Большой конденсатор. Ну-ка, читаем. Большой конденсатор. Способен очень быстро накапливать и отдавать электрическую энергию. Ладно, сохранимся. Короче, нужно найти еще один такой вентиль, да? Как я понял. Можно будет использовать. Да, вентиль нужно найти. Ты посмотри, что тут. Ах ты, да я ж чуть-чуть, господи, подошел. Нифига себе ты жаришь. Черт бы тебя побрал. Ладно, жаришь ты хорошо. Не спорю. Это какая мракобесина там шляется. Я даже не могу посмотреть, что это такое. Чертовы надзиратели, а? Конденсатор, значит, с них можно взять. Это уже неплохо. Так. Один вентиль здесь, второй вентиль здесь. Но где еще один вентиль? Может быть, где-нибудь здесь? Надо пойти посмотреть. Так, пойдем смотреть. Искалеченная пустошь. Мне нужно мозги полипа, потому что этот меч ледяной, он, короче, ломается. Вообще ненадежный. Да, он мощный, но не более. О, господи, убегает сюда! О, чё я так наткнулся-то, а? Мне нужен только мозг. Огненный, офигеть, блин. Ой, и тут тоже электричество. Вот это фокус. Холодище тут у вас. Оп. Сломался у меня шлем мой. О, привет. Так. И чё? И чё у вас тут интересного есть? У вас тоже электричество. Блин. Так. О, искристая крыса. Привет. А! Чёрт, и туда, и сюда. Он просто взял эту крысу и сожрал. О, схемка. Так. Огненная бомба. Удобный многофункциональный комплект для поджига. Теперь можно и бомбы делать. И шарашить можно, и что угодно. Ой. И извини, ты сама напросилась. Не, тебе нужен только мозг. Сейчас начнется веселое время. Козлина, ты когда этот туман не находит, они от меня убегают, а в туман они на меня нападают. Прикинь, эти птенцы как будто сходят с ума. Да, птенец? Капец, тут у вас крыс много. На границе холода и электричества очень сложно драться. Потому что и то надо использовать. Правильно? Крысятина.
Они меня так задолбят. Просто задолбят. Жизни-то заканчиваются. Да ты чё, блин? Чё ты гонишь? У тебя сейчас электричество тут. Вот это фокус, блин. Южные печи, о! Попасть даже не может, блин. Что это? Опять ты! И тебе хватило наглости слоняться по моим владениям? Как ты вообще сюда попала? Я с Мордука шкуру спущу. Не потерплю, чтобы ты здесь рыскала и отвлекала опечаленных. Я не позволю тебе портить детей своей слезливой сентиментальностью. Я приказал надсмотрщикам наказать тебя, только попадись. Посмотрим, сколько у тебя останется решительности после нескольких хороших ударов. Ой-ой-ой-ой-ой. Все. Они сошли с ума. О, в крысу попал. Молодец какой. А вы сюда не идете, да? Блин. Ладно, надсмотрщики теперь за мной будут ухлестывать, так сказать. Мне вообще надо крысу поймать. Ну так-то. Поэтому надо поставить ловушку. Ловушка для крыс. Установить. Я поставил. Теперь ждем, когда эта гадина сюда подойдет. Давай, 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 давай. Ну, крысу я поймал. Что у нас есть? Отравленная крыса. Живая искристая крыса, ослабленная ядом. А сколько мне их надо? Принесите двух отравленных крыс. О, нужна еще одна, значит. Сейчас мы это дело быстренько отыщем. Вон там крыска, кстати, есть. Давай я, наверное, сюда установлю ловушечку. О, бежит, 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 бежит. Опачки, попалась. Отлично. Все. Можно относить чувакам. Но я хочу тут посмотреть. Хоть на нас и объявили охоту. Охоту-то они объявили. Но это же не значит, что нужно тут все не осматривать. Правильно? Правильно. Ладно, ладно. У меня и оружие, блин, портится уже. Что-то тут вас слишком много, ребята. Мне кажется, тут самый главный чувак сидит туда. Точняк, наверное. Скоро тапки-то прыгут в негодность. Надо их чинить. Ну, похоже, тут все. Все, идем сдавать задание и получать то, что мы должны получить. Хо-хо-хо-хо-хо. Где у нас эти каторжники-то? Или кто они там? Вот ты, например. Отдать. О, это и правда очень больные крысы. Спасибо. Надеюсь, если мы выпустим их возле кочегаров, все получится. Нам практически нечего дать тебе взамен. Но, может быть, это поможет тебе выжить. Я выковал это позавчера. Но нам, опечаленным, не разрешено использовать такие вещи. А еще вот, что мы нашли позавчера. Они просто валялись здесь. Похоже на поведенческие модули для робота-помощника. Ни у кого из нас не хватит смелости попробовать их применить. То, возможно, ты попытаешься. Почему бы не использовать их на роботе-помощнике? Посмотрим, что произойдет. Если получится что-нибудь интересное, мы охотно посмотрим. Посмотрим, Ань. Что ты мне, во-первых, дал? Программа, пули. Пули ты мне дал, что ли? Ты просто мне дал пули, да? Я не вижу тут ничего. Так, что тебе еще надо? Попала в немилость к надзирателям Смузерка?
не самый умный поступок. Ты уже попробовала использовать те поведенческие модули, что мы тебе дали? Если они работают, один из них поможет тебе получить какой-нибудь полезный предмет. Поведенческий модуль. Как он вообще выглядит? А, они мне дали железный секач. Вот и лапочка. Спасибо, милок. Так, а мне его нужно теперь улучшить. А нужен что? Металлолом. Правильно? Это же металлолом, металлолом. Выбранное. Так, наверное, шарашить будет, будь здоров. Поведень... Ах ты ж, блин! Я и забыл, зараза, что на меня охота назначена. Что на меня охота. Черт бы тебя побрал. Печь. Печь не горит, я ничего не смогу с ней сделать. Как и я тоже не смогу. Так, пойдем улучшим оружие. И нам нужно активировать доменную кузницу. То есть нужно найти еще одну штуку, которая бы подала давление в печи.